Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим омлет с помидорами и шпинатом. Для приготовления нам потребуется 4 крупных яйца, 150 мл молока, 100 грамм помидоров черри, в принципе можно взять и обычную помидорку, 40 грамм шпината, шпинат можно использовать как свежий, так и замороженный, 2 столовые ложки подсолнечного масла, пол чайной ложки соли и 1 четвертая чайной ложки черного молотого перца. К яйцам добавляем соль и перец, добавляем молоко и перемешиваем обычной вилкой. В чашу мультиварки наливаем масло. Этим маслом промазываем дно и бока чаши. Шпинат необходимо промыть, обсушить и нарезать не очень крупно. Выкладываем в чашу мультиварки. На шпинат выливаем омлетную смесь. Сверху выкладываем помидорки черри, разрезанные на половинки. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в умной мультиварке Sky Cooker от бренда Red M800 на режиме мультиповар 130 градусов 15 минут, так как яиц у нас не очень много. 15 минут прошло, омлет готов, оставляем его при открытой крышке буквально на 1-2 минутки, после чего можно вынимать. Омлет получается нежным, сочным, накладываем его порционно. Омлет получается вкусным и полезным. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!